Вот мы едем на Каренду. А ну-ка сейчас, Сережа, надо далеко уже не надо. Сергей пустил собачек своих. Свернуть надо будет. Да. Да, да, прям вправо, вправо свернуть и все. Вот так с дороги уйди. Поверни. Хорош. Те радостные, побежали. Опасно. Теперь пойдем туда. Воду с собой брать или не надо? Воду с собой, конечно. Тут машину хорошо видать. Все, выехали. О, пробежались, песики. Все, я сумку возьму с собой. Вот это, как он называется. Давай, повыни. Вот это, смотри, какое поле. Давай, а что это? Так, друг за друга. Это. Я забыл, как он называется. Смотри, что стоит. Но ты все равно не перепрыгнули. Стоит поехали, не подходит. А? Все останется здесь, а она там, собака. Он не поймет, он увидит, что между вагонами пространство кинется. И это время голову отрежет. И куда он вот этот, вот. Возьми за оценник и переведи, послушайте меня. Капуху эту собачкам нравится бегать тут. Лепота. А запах-то какой идет. Разнотравленный. Кузнечки стрекочут. Яма, это ну, не яма, он об траву, наверное, не даст. Ну, подкинитесь. Давайте я первый пойду. Давай, иди, иди. Смотри, чтобы они не выскочили на линию. Без тебя. Верно? Со мной. Обратно не встретим за следом. Со мной. Второе полотно тут было раньше, убрали. Такая трава высокая. Мебли. Эти уже себе нашли. Вдвоем они, в разные стороны. Пока не оторвут сейчас. Ему ехать не надо, это нам выйти на другой, потому что он там.
лесорубы. Все, обломил. Вот она, красненькая, коренда называется, есть черненькая, есть желтенькая. Ну да, это крыжовник с смородиной. Клещем. Умеет, да? Угу. Кусты-то есть как крыжовника, листочки-то. А ягодки как смородина. Смотри, у них ягоды вот. Ну, тут крупные. Ищет на все ягода. И на клубнику, и на малину, и на коренду. У нас и ерги единственное нету. А? Ерги нету. Может быть. Видишь как? Видишь, как я вот. По сравнению, это видно даже. Ну да, хорошо. Ну давай, брат, все. Звездки. Слава Богу, за все. Левые. Вот откуда станьте скорее, вокруг этого куста все! Станьте! Станьте, станьте, я попадаю! Откуда? Идите сюда! Ягода есть! Вот поезд идет. Сегодня у нас 8 августа 2018 года. Собираем ягоду в аренду, вот идет поезд. Тут черная. Сейчас 100% ягод. А здесь красная. Не слышал, не знал, устал. Ну я бы тебе не говорил, все, не говорил про неосмотрительность. Кролика насколько интересный, был бы. Идет поезд, мыло хруст куста. Они тут-то было.